Monster GTR против, ну, в принципе, Monster M3, да. Тут по праву она имеет статус монстрика. 9.4 – это очень неслабое время, ребята. Это время многих гиперкаров. Да. Ну, даже немногих. Бугатти Широн. Да, немногих гиперкаров. Самый мощный класс. Самый мощный класс. Самый быстрый класс. Самые быстрые тачки. Самые-самые-самые. 1000 плюс лошадиных сил находится под капотом BMW M3. Все это, конечно, превращается в увлекательный аттракцион. Адская история. Да. Раздуваются ребята. И поехали. Лучше реагирует. 77 тысячных. Время реакции у Саяна. И это может быть его пропуском, его билетом в полуфинал, если Руслан Арефьев не сможет его догнать и обогнать. Смог. Да. Руслан смог. 9,4. Квотер. 9,3. Саян! Красавчик! Но Руслан Арефьев здесь за счет большей мощности просто-напросто 303 километра в час на финише показал. Ты не переживай, мы обязательно еще встретимся. Мы уже, наверное... Руслан Арефьев, Алексей Сагал. Умею выбрать момент, конечно, чтобы титр стартовый вывести. Давай, более легкий 911. Да, более легкий 911, но менее мощный и чуть тяжелее ГТР, но зато более мощный. Так, ну время реакции у Руслана лучше. Ну, посмотри, заруба-то какая. Дождь чуть поехал, мне кажется, при старте Руслан. Может быть, тут Руслан... Походу все. Ой. Что это было такое? Все нормально? Наверное. Да, все нормально. Все окей. Ну, тут, да, уже разница, конечно, на финише посолиднее, чем в предыдущих заездах. Руслан Арефьев гораздо более был быстр. А вот, я так понимаю, группа поддержки Руслана Арефьева.